Просто. Привет, друзья! А вот это вот наш Алесёныч. Время еды пришло. Сегодня у меня на завтрак овсяная каша. Ты мой хороший. Ты мой хороший. Гугунчик. Гугунчик. Апчи! Апчи! Кто апчи говорит? Кто говорит гу-гу-гу? Апчи! Яблоки вот такие вот красивые встретили по пути. Вся яблоня в яблоках. Никто их не собирает. Заброшенный дом такой. Хотя тут кто-то живет. Вдоль дороги. И мы идем по сельской местности. Купила по дороге капучино в таком анти-Макдональдсе. Шаверма перевернутая буква Б. Картошки фри у них нет. Сказали подождать, мне лень ждать. Кого, фри? Да. Набрали факт. Сегодня много акций, вообще все в акции. Мы взяли корм кошачий по акции. Шоколад вредный. Малыш спит пока. Разбираем покупки. Помидоры биф. Такие красивые. Розовые. Что там еще? Лимон, хлеб, мартын, цветная капуста. Что я люблю. Ну и сыр. Неделю продержалась без сыра. Снова купили. Это салат сделать. Куча бананов. Мы делаем коктейли зеленые. Еще я купила шерсть такую, пряжу. Детская новинка, пехорка розового цвета. Буду вязать свинью новогоднюю. Вот я уже пробовала по мастер-классу в ютубе. Получилась такая фигня. Ну, в принципе, я поняла, сейчас буду снова. Хочу поменьше, чтобы она была. Набрала этой шерсти. Бутылочка греется. Алиса спит в коридоре. Лимоны. Как вы относитесь к самостоятельному развитию ребенка? Где найти ту тонкую грань между сюсюканьем, постоянным ношением на руках, или чтобы ребенок сам сидел, занимался, играл в игры? То бишь, сам с собой разговаривал. Вот я не знаю. У нас что-то среднее между самостоятельным развитием и совместным. Ну, мы много носим ее, конечно, на руках. Но минут по 10-15, даже по 5, мы сидим и играем в игры настольные. Вот сейчас у нее любимые игрушки – это кубик. Текстильный. Просто он легко держится в руках. И тут всякие штучки такие. Можно вот здесь мордочка. Можно цепляться за разные текстуры. Тряпки вот так вот. Можно руками вот так трогать их. Да? Но она их подкидывает, этот кубик, ногами, руками. Да, Алиса? Наелась и запела песенку. Как голубь. Гы-гы. Вот так вот. Я даже не могу так изобразить. Гы. Сейчас Алиса вам исполнит песню. Ласки чешутся. Гы-гы.
Какое пузико, вот какое пузико у нас. Делаем зеленый коктейль. У нас яблоки красивые, бананы. А что зеленого-то будет там? Шпинат добавь. Вот, вот какой коктейль получился. Где мы здесь крепели? Где мы здесь крепели? С такими пузырьками воздуха. Чего, ты еще кушать хочешь? Универсальный способ научить ребенка переворачиваться. Нам нужен ребенок один и матрас. Так, вот ребенок хочет перевернуться. Раз. И готово. Так, еще раз повторяем. Дубль два. И обратный переворот. Ой, она даже... Можно так до бесконечности переворачиваться, пока не кончится диван. Главное следить, чтобы диван не кончился неожиданно. И в другую сторону. Алиса, спортсмен, повторяет. А в другую так. У нее упор идет. Давай, Алиса. Мы уж... Так, вот, обратный переворот пошел. Так, ногу, ведущая нога и колобок. Что такое? Ну, в принципе, все. Во. Наше умение мы показали. Ну, ладно, все. Молодцы. Давай. Давай, отрабатывай поворот. Сначала голову так закидывает. И вот так. А ногу? Чего ты как колобок? Пупся. Собирается на прогулку. Не очень любит одеваться. Ну и не плачет. Так, чуть-чуть. Недовольная. Упаковка. Осталось чуть-чуть. Шапку и рукава. Пупся готов. О, какой человечек. Человечек в комбинезоне. Для полной готовности. Во, все, космонавт пошел. Скафандр надет. Полетели. Полетели в коляску. Полетели, помахай ручкой. Молодец. Все, на улицу. Пупся готов гулять. Так. Полеты во сне и наяву, да? Полетели. О, планка какая! Молодец! Гибкость идеальная. Да. Погрызла ног. Когда еще ты ноги можешь так погрызть? У детей хорошие кости еще не развиты. Они могут делать такие трюки. Ги-ги-ги.